Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Мы продолжаем играть в Сома. Мы на том же месте, где мы закончили предыдущую серию, а именно в приближающихся результате поиска шаттла на лямбду. Мы все пытаемся связаться с женщиной, с которой мы говорили по рации. Я играю утром. Времени у меня, к сожалению, немного, поэтому любое свободное время, которое у меня есть, чтобы серию вам выпустить, играю. Не так страшно в округе, светло. Кстати, когда все говорят, что закрой шторы, у меня шторы закрыты, это просто свет так пробивается через них, поэтому максимум, что я могу сделать. Надо, конечно, какую-нибудь там тряпку повешать черную, чтобы совсем темно было. И всем говорить, я играю ночью. Врать на ютубе, как вы знаете, любят. А вы этому всему верите. Ладно, давайте так. Давайте смотреть, что мы сейчас можем сделать для того, чтобы дойти до лямбды. Слушай, это не она? Ой-ой-ой. Это плохо. Человек подключен к каким-то искусственным легким. И, судя по всему, наш выбор — или спасти ее, или отправиться на шаттл. Чисто предсказываю. Так, давайте это все подвинем. Здесь человек в опасности. Человек в беде. Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Так понимаю, он из нее, да, что-то сосет? What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Так, если я отключу, очевидно, что с ними что-то будет, да? Эпсилон станция, питание резерва, основные системы включено. Здесь я ничего сделать не могу. Давай посмотрим, что сделается, если я нажму. То есть откроется эта дверь, да? Слушай, а может, ты как-то подскажешь мне, как тебе помочь, так, чтобы тебя не убивать? Ну, очевидно, что я должен это сделать. Обратно уже не вставляется, да? Так, ну давайте будем откровенны. Она говорит, она не позволит мне умереть. Значит, она хочет умереть. Поэтому я делаю то, что я и должен сделать. Немножечко эвтаназии. Oh, fuck. Зато все питание включено, ребята. Я не скажу, что это был тяжелый выбор, по той причине, что она, видно, что она хотела умереть. Это на ее лице прям написано. Хочу умереть. А из нее сосали какую-то гадость. Ну, в любом случае, покойся с миром, я запомнил тебя. Ладно, идем дальше. Главное, что нам двери открыли. Ой. Здесь было светло. Сейчас темно. А, все, понял. Я же там шаттл нашел. Почему-то как-то потемнело все. Хотя вроде я все включил, а почему-то как-то стало темнее. Так мне, по крайней мере, показалось. Но теперь мы точно сможем на шаттле уехать. Куда мы там хотели? На лямбду. Слово такое забавное, лямбда. Еще с курса математики школьной. Все время ржали, да? Так, здесь все хорошо. Ну, куда смешнее, чем правила Боровчика. Пара-пара-пам. Меня сейчас спроси правила Боровчика, я ему не отвечу. Помню, там что-то с током связано. Я вообще гуманитарий. Могу стихи прочитать, сочинение написать. Все, питание включено. Отлично. Так, главное теперь успеть свалить, правильно? А где лямбда? Лямбда 01. Господа, пустите меня, пожалуйста, в лямбду. А я, кстати, здесь не был, да? Сюда можно было зайти и раньше. Так, ничего интересного. Гуру мусора. Фонарик, я так понимаю, не садится, да, у нас? Так. Рисунки про то, как заворачивать болты. Чья-то фотография, чья непонятно. А вот это что-то новенькое. Декларация, маршрут, предметы, трос, доклад. Ну, ничего такого, что нам бы сейчас пролило что-то на что-то. Сегодня утром, 12 января, комета Тейлос упала в Тихий океан. Удар от нее падения оценивается как одно из мощнейших катаклизмов, когда-либо зарегистрированных на Земле. Все указывает на то, что поверхность планеты полностью обезлюдила и больше не способна поддерживать жизнь.
Уникальное местонахождение Патоса 2 обеспечило нашему персоналу полную безопасность. Мы зарегистрировали небольшие структурные повреждения, но убитых и раненых нет. Самая большая наша потеря – метео- и радиостанция, расположенная на надводной платформе Омега, на которой не было персонала. Что, учитывая обстоятельства, небольшая потеря. Экстренное совещание о будущем Патоса 2 и конечном счете всего человечества будет проведено на ТЭТе. Мы будем держать вас в курсе происходящего, начальник станции. Ну, теперь хоть понятно, какого хрена и где мы находимся. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way, along with your dad. I'm guessing someone will help them send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just... I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know. I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. Печальная история. Я еще пытаюсь любыми способами увязать то, что происходит сейчас, с тем, что мы видели в начале игры, да, о катастрофе, о его мозговой травме. Так, здесь ничего выбирать не надо. Ладно, тихо. Все амортизировано, все для людей. Так, давайте посмотрим, где мы находимся. Мы на Опсилоне Б, да, вот мы здесь. А на Опсилоне А мы были? Я не помню. Следующий пункт назначения Лямбда. Я так понимаю, нам придется пройти еще через все вот эти круги ада и попасть в Пхи. И в Пхи все закончится. Я как в Таиланде, острова Пхи-Пхи. Так, ну давайте читать, здесь ничего интересного. По большому счету. Просто набор инструментов. Лады, отправляемся. Дико напоминает Dead Space, просто дико. Когда мы от зоны к зоне путешествовали. Все системы включены. Пуск. Так. Я могу на Дельту поехать? Я что, могу в любое место поехать? Не, ну это, конечно, круто. Мы поехали на Лямбду, очевидно, что оттуда нам и надо. Я, конечно, мог ради интереса нажать на другие станции, но, блин, потом назад ехать. Цель-то у нас на Лямбде. Или вы хотите сказать, что у меня теперь будет свободное перемещение по станциям? Опачки-попачки. Вот это я не очень люблю. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Thank you.
Так. Ну кто бы думал, что мы на Лямбду доберемся так спокойно, да? Ладно, спокойно. Мы живы. Мы целы. Забрать свой инструмент, отлично. Отлично. Все, можно высаживаться. Откройте дверь, пожалуйста. Откройте дверь, пожалуйста. А вот, наверное, да? Никто мне не откроет, мне приходится делать все самому. Так, ну очевидно, что мы идем в сторону Лямбды. Это в любом случае уже какой-то прогресс. Единственное, что здесь что-то все затоплено. Конечно, всякие. И знаете, вот это органические всякие вот эти какашки, но на стенах. И большое количество воды. Ну, учитывая, что мы под водой, это не особенно. Блин, свет. Что-то стрёмно как-то. Мне кто-то звонит. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Что-то мне подсказывает, а именно моя интуиция. You okay? Что найдем мы эту женщину уже мертвой. Блин, я люблю такие длинные коридоры. Мне это напоминает метро 2033. И 2034 тоже. Кстати, так иногда... Вспоминаю эту игрульку. Так, ну очевидно, что мне сюда, но там-то я не могу не проверить, что. Давайте посмотрим. Не знаю, для чего их собираю, и нужно ли это в принципе, но... В любом случае. Но каждый раз это все к чему-то приводит. Причем... Последствия все... Валим быстрее, сейчас меня затопит 100%. Как пить дать меня затопит, как пить дать меня затопит, нет? Ладно, уходим. Главное, что мы ее коснулись. Я извиняюсь, что отвлекаюсь, но работа дает о себе знать. Так. Да и игра, в принципе, позволяет пока немножко отвлечься. Не быть в таком напряжении, как это было, например, в прошлой серии. Так, ну мы уже в скафандре, так что мы в любой момент можем, судя по всему, выйти под воду. Так. Ну, грубо говоря, через этот люк мы зайдем. Есть наверху еще люк. Но пока вроде ничего не угрожает. Назад дороги нет. Here we go again. И мы опять уходим под воду, да? Понятно. Так, а куда меня? А, вот все, наверное, к этому люку, да, надо? Хорошо, хоть воздух не ограничен. Так, а куда мне? Ага, вот здесь все автоматизировано, все. Все, фирма работала, фирма денежки осваивала. Все автоматизировано. Так, ну давайте перейти. Честно говоря, не очень рад, что мы снова вышли наружу. Ну, если можно считать подводные глубины наружей. Но проблема в том, что, судя по всему, здесь очень много будет таких вылазок. К ним надо привыкать. Так, что мы знаем? Тут есть роботы с красными фонарями на заднице, их нужно побаиваться. Я, кстати, с ними еще не встречался впрямую, чтобы прям знать, что они делают. Но очевидно, что это угроза. Тут не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что это угроза. Так, ну идем по фонарям. Как говорят моряки, идем по приборам. Или кто там, летчики так говорят? Да все так говорят, если у них проблемы с ориентацией. Так, ну особо здесь что-то осматривать смысла не вижу.
Что-то, что привлечет мое внимание, оно изначально привлечет мое внимание. Пока роботов никаких не вижу. 360 метров, это, судя по всему, мне еще пройти. Но далям до 360 метров. В принципе, не такая уж большая дистанция. Если никто ничто не угрожает. А если что-то угрожает, это 360 метров могут превратиться в сущий ад. Так, много рыб. Этот тупик, но я на всякий случай его осмотрю. Коралл в виде розочки, красиво. Так, ну пока вроде тихо, спокойно, это, кстати, очень подозрительно. Лямбда. Значит, мы на верном направлении. Ну, в принципе, игра-то коридорная, давайте будем честны, пока что. Если у нас не станет вопрос метания между... Вот, красный робот появился первый. Метание между станциями. Потому что в Пенумбре были такие уровни, да, помните, где тебя выкидывают? Куча дверей и ориентируйся как хочешь. Ну, в Амнезии тоже были такие моменты. Так, нам теперь нужно этого робота обойти. Так, он пока меня не видит. Пока. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, как его обойти-то, я пока не вижу возможности. Ну-ка. Справа есть что-то? Что я пока не вижу вообще возможности его обойти. Давай попробуем рискнуть. Попробуем. Иди, иди. Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, меня заметил. Пошел проверять, но я уже убежал. Так, очевидно, что их можно маленько водить за нос, но при этом нужно быть максимально быстрым, сконцентрированным. Так, здесь много фонарей, но это опять же ни к чему. Идем дальше. Так, вон вход на лямбду. Там еще один робот, я правильно понимаю? Это же робот? Нет, это какой-то... Так, вот вход на лямбду. Но я не могу не проверить это. Какой-то батискаф. Что в нем? Свет горит. Там еще есть проход. То есть, судя по всему, здесь буду бродить. Какой-то спасательный шаттл, что ли? Наверное, увидим какое-то видеосообщение. Ну, понятно. Я не удивлюсь, если именно через этот шаттл нам придется... Мы захотим вылезти наружу. Так, мне интересно, что там. Прям очень интересно. Так, я вижу робота, который добрый. Он меня увидел, нет? Ты добрый, точно? Слушай, не факт, что он добрый. Но дорога ведет куда-то далеко. Давай-ка на лямбду, ребят, все равно. Мне кажется, я в любом случае сюда еще схожу. У меня в любом случае ни один уголок этой долбанной станции не останется неисследованным. Проходим на лямбду. Давайте, сливайте ваши ядовитые водички. Уже хочется вдохнуть полной грудью. Пока все подозрительно спокойно. Блин, я не то сделал. Извините, пожалуйста. Я просто хотел проверить, могу ли я выйти обратно. Я проверил. Потому что придется лишнюю минуту подождать. А пока порассуждаем вот о чем. Походу, игра будет с открытым миром. Ну, как открытым миром? По аналогии с Alien Isolation, по аналогии... с Амнезией и Пенумброй, в частности. Я бы, конечно, предпочел, чтобы она была линейная. Потому что линейные игры проходить легче, что ли. Идешь себе по коридорчику, ну, напугали тебя, ну, испугался ты. Но зато ты знаешь, куда идти дальше. Ладно, мы попали на лямбду. Давайте ее исследовать. Здесь можно снять скафандр. Здесь можно понаблюдать за кораллами, хотя это не очень-то интересно.
Мы их уже осмотрели кучу. Так, ничего интересного, да? Никаких ни аптечек, ничего такого подобного. То есть ты или умираешь, или живешь. Лечиться тебе здесь не придется. Так, увидели, там какое-то чудо глазастое было. Очень было похоже на монстра из... На монстра из монстром, извините за тавтологию. Но походу Кэтрин не желез. Не смотреть на него. А если я жопой к нему поверну? Блять. Не смотрю. Тихо. Как страшно. Так, на него нельзя смотреть. Но при этом он там где-то ходит. Блях, от сандаликов что-то походу попадало какое-то. Так, ты здесь, а я посмотрю, куда он пошел. Слушай, ну очень напоминает, знаете кого? Вот этот вид монстра очень жестко похож на, блин, как его называли-то? Не мозгоправ, а из Сталкера, помните? Который так привлекал к себе. Get over here. Ой, страшно. Уже была вещь. Слушай, все, кто-то долбится. Кто сюда долбится? Ты кто? Слушай, я боюсь его. Пошли нафиг отсюда быстрее. Он походу сейчас вломится сюда, нет? Нет, улетел. Ой, коноба, лямбда мне вообще не нравится. Так, ну я просто рассмотрю, чтобы сюда уже не ходить. Так, здесь ничего интересного, да? Я просто осмотрю это помещение, а потом уже пойдем сразу целенаправленно, знаю куда. Ой. Бля, показался-то он. Блин, да тут куча всего, куча проходов. В любом случае, дальше без разговора с ней нас не пустят. Поэтому просто осмотримся так. Поймем, что куда нам идти дальше. Очевидно, что нам дальше вот сюда, на Shuttle Station Lambda. Здесь ничего интересного. Здесь туалет. Надеюсь, он не поссать пошел. Хорошо. Здесь еще одна такая штука. Ну, нажимаем. Не знаю, для чего. Может, это и не надо делать. Но мне же об этом никто не говорит. Такое ощущение, что она из меня что-то высасывает. Будем надеяться, что это она из меня высасывает негатив. Так, вот мы пришли к Кэтрин, наконец-то. Закроем сюда, пока подальше. О, смотри, она тоже считает себя человеком. А это на самом деле робот. У нее такой же умный инструмент. Его здесь можно будет перепрошить, это хорошо. Ладно, сначала с ней поговорим. Hey, down here. Да вижу тебя, подожди, я смотрюсь. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down, it's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't... You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever.
Что, тебе можно доверять? Нет, маленький, без ноги робот. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Что-то мне кажется плохо. Это может для нас закончиться. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? Чип-то где твой? Alright. Let's give this a try. Так, и куда мы его чипушим? Вот сюда. Вижу. Custom Cortex chip found. Shutting down helper chain. Have a nice day. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, Phylon. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks, I'll unlock the door for you. Так, мы-то не забираем, да? Check the computer in the other room. Ладно, пошли. What was it you said before? You from Toronto? Yeah, just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Oh. Так, а мне куда идти-то? В какой комнате этот компьютер-то находится? Чё-то я потупливаю. Какую комнату мне идти, дружище? I told you. Go check the computer in the other room. Давай посмотрим, может я здесь что-то пропустил. А, вот это. Все, понял. Точно, мы же здесь не были. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Так, вот здесь особо ничего не понятно, но, может быть, вы разберетесь. Много всего. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. Следующее. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not gonna be easy. Если вы думаете, что я не слушаю, я просто на английском слушаю, поэтому читайте. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics. Beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform, which is not necessarily restricted.
my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Так, ну у нас тут еще много всяких разных файликов. Looks a whole lot comfier than this place. Ну, это проект, да, я так понимаю. Вот чертежи. Ну, чисто смотрим картинки для ознакомления. Особо здесь ничего не понять, потому что я не инженер. Здравствуйте, если вы читаете сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного вопроса – помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие. Давай. Как бы вы описали свое физическое состояние? Вот так я себя чувствую. Как бы вы описали свое психическое состояние? Ну, я от роли Саймона. Ну, вы читаете, а я просто отвечаю, что смысла не вижу. Я пессимист. Все, отлично. Поучаствовали в социальном. I found a tracker homed in on the arc. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Ковчег на земле. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Почти угадал. Где-то в этих квадратах. Нашел. Еще искать, что ли? Пойдем сразу в хи пойдем. Ну, это очевидно, потому что я видел карту, и они были последние. Ух ты, ёшкина матрёшка. Быстро я нашел. I found it. It's at a site named Tau. Ну, как я и говорил. It's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know. It's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? You know what? I found a sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni tool on it. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Так, отлично. Идем там дальше куда? Обратно, судя по всему. Судя по всему, да. Сюда нам не пройти, здесь мы все видели. Да, идем к шаттлу. А здесь я был? Я был здесь, нет? Нет, я здесь не был. Это очевидно. Здесь еще одна такая. А, нет, я думал, можно будет ее тронуть. Но она не активна. Здесь ничего интересного. Ладно, уходим. Давайте возвращаться к шаттлу.
Опять запускается этот проект национализации. Давайте на этом эту серию закончим, по той причине, что не очень удачное время я выбрал для игры, мне нужно идти. Она получится маленькая такой, ну она не особо короткая, но маленькая такая, чуть-чуть ущербная. В следующий раз сяду играть, когда уже буду свободен полностью, и мы полностью посвятим себя проходу вместе с Кэтерин по нашему месту назначения. Надеюсь, вам понравилось, ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, все, пока.